Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами игра Mortal Kombat 11. И сейчас я покажу вам, как включить активацию при отпускании. Нажимаем на кнопочку параметров. При помощи R1 выбираем управление. И выбираем активация при отпускании. И можем ее включить или выключить. Нажимаем на нолик и на крестик для сохранения. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.